Ко Дню России неравнодушные жители и предприниматели Химок собрали около 5 тонн гуманитарной помощи для участников СВО и жителей Донбасса. Перед отъездом к месту назначения автомобили с жизненно необходимым грузом выстроились у Дворца культуры Родина. Я со своей стороны, как предприниматель, который помогаю именно тем, чем я могу помочь, но при этом, безусловно, понимаю, что физическая помощь моя там не способна принести то, чего я делаю именно по предпринимательской сфере. Еще раз с праздником всех и хорошего настроения. Муниципальный депутат Артур Каримов поблагодарил химчан за их неравнодушие и гражданскую позицию. Хотелось бы от себя лично поблагодарить вас всех, от депутатского корпуса городского округа Химки, сказать вам большое спасибо, а также поблагодарить управление культуры нашего города, что они предоставляют нам вот такую площадку для данного мероприятия. Большое вам всем спасибо. О жизни в зоне проведения специальной военной операции химкинские депутаты знают не понаслышке. Артур Каримов неоднократно лично посещал Донбасс. О своих поездках снял документальный фильм «Миссия добра», премьера которого также состоялась в День России. Это на самом деле третий фильм, который уже выходит с нашим участием. В фильме мы используем все документальные материалы, все, что мы снимаем там, в зонах проведения СВУ. Съемки проходят у нас в простых условиях. Мы берем на телефоны и снимаем то, что видим вокруг, а также рассказываем и берем небольшие селфи, видеоинтервью. Финалом патриотической программы стало выступление солиста академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации, заслуженного артиста Андрея Новожилова. В своих композициях он воспевает победы и достижения нашей страны, а также признается в беззаветной любви к родине. На сцене Дворца культуры Родина выступили и творческие коллективы Химок. Судя по реакции зала, можно уверенно сказать, что праздничный концерт не оставил никого равнодушным.